Не спешите. Особенно важно это для тех, кто занят чем-то важным или планирует взяться за серьезные дела. Прежде чем что-то предпринимать, нужно разобраться в ситуации и оценить возможные последствия ваших действий. Необдуманные поступки могут иметь неприятные последствия, часто приводят к путанице, не лучшим образом сказываются на отношениях с окружающими. Вторая половина дня дарит много хороших идей. Новые планы появляются у тех, кто совсем недавно не понимал, чем хотел бы заняться, не мог определиться с целями. Это хорошее время для общения с единомышленниками. Овен – подходящий день для работы. Если вы сосредоточитесь на ней, то добьетесь больших успехов, решите задачи, важные для всех. Неважно, руководитель вы или рядовой сотрудник, сегодня вам непременно представится возможность проявить себя с лучшей стороны. Люди, которые прежде сомневались в ваших талантах, поймут, что вы способны на многое. Возможны денежные поступления. Не исключено, что вы получите больше, чем ожидали. Благоприятен день с точки зрения личных отношений. Вы с полуслова понимаете близких, делаете все возможное, чтобы их желания исполнились. Телец – спокойный благоприятный день. Он не обещает золотых гор, но и серьезных проблем не приносит. Можно завершить ранее начатые дела, разобраться с планами на будущее, обсудить совместные действия с возможными союзниками. Не всегда окружающие согласны с вами, порой звучат критические замечания. Вы относитесь к ним философски, не огорчаетесь, спокойно и конструктивно доказываете свою правоту. Вам свойственна спокойная уверенность в своих силах, которая помогает завоевать расположение окружающих. Многие захотят познакомиться с вами поближе. Близнецы. Благоприятный день для решения практических задач и бытовых вопросов. Привычные однообразные дела не кажутся скучными, вы справляетесь с ними быстро и безупречно. Удается сосредоточиться на важном и отбросить все лишнее, избавив и себя, и близких от напрасных переживаний и волнений. Радуют новости, полученные от старых знакомых. Не исключены интересные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием без долгих раздумий. Хорошо браться за что-то новое, а также искать применение талантам, которые вы обнаружили у себя совсем недавно. Рак, плодотворный день. Вы полны энергии и способны устранить любые препятствия со своего пути. Хорошо, если рядом будет человек, который подскажет, когда стоит действовать решительно и открыто, а когда лучше уйти в тень и переждать. Возможны денежные поступления. Покупки не всегда оказываются удачными, а расходы оправданными, но в целом финансовая картина благоприятна. Во второй половине дня появятся неплохие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Приступать к их реализации пока рано, но стоит все записать, чтобы не забыть. Через несколько недель вы вернетесь к задуманному. Лев, не самый простой день. Могут возникнуть трудности в сложных и масштабных делах. Но с решением повседневных задач вы справитесь отлично. Вероятны неожиданные, но интересные предложения, касающиеся работы. Не торопитесь принимать их, есть шанс добиться более выгодных условий. Во второй половине дня старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания. Полезно будет ненадолго уйти в тень. Это время подходит для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Можно провести какие-то оздоровительные процедуры, они будут очень эффективными. Дева, вы настроены серьезно и это хорошо, как раз такого подхода к делам требует день. Плодотворно проходят деловые встречи и переговоры. Вы производите хорошее впечатление, умело демонстрируете свои сильные стороны, совершенно очаровываете тех, кто почему-то был равнодушен к вам раньше. Важно не расслабляться после первых успехов. Вам предстоит весь день провести в трудах, и только на исходе его вы получите заслуженную награду. Вероятны успехи в учебе. Сегодня вам очень хорошо дается даже то, что прежде казалось очень трудным. Если вы давно собирались, но никак не решались взяться за какую-то сложную дисциплину, сделайте это сейчас. Весы. Благоприятный день для новых начинаний, особенно требующих творческого подхода, фантазии, нестандартного взгляда на вещи. Умение находить общий язык с самыми разными людьми вам очень пригодится, будет много переговоров, бесед о профессиональных и личных делах. Не всегда удается прийти к общему мнению или найти компромисс, но ссор и конфликтов не возникает, и это ваша заслуга. Имейте в виду, что не все планы, возникшие сегодня, вам удастся осуществить немедленно. Иногда многое зависит от обстоятельств, и лучшее, что вы можете сделать, это просто немного подождать. Скорпион. Благоприятный день для того, чтобы самостоятельно заниматься важными делами. Вы нуждаетесь не в помощи и поддержке единомышленников, а в возможности сосредоточиться, обдумать сложившуюся ситуацию и выбрать верную линию поведения. Иногда ваши поступки со стороны кажутся спонтанными,
на деле же вы следуете плану, о котором больше никому не известно. Не исключено, что захочется перенести какие-то встречи. С этим лучше не спешить, на вас могут обидеться или рассердиться те, от кого многое зависит. Стоит прислушаться к интуиции, она подскажет, как лучше поступить. Стрелец, сохраняйте оптимизм. Возможно, не все будет ладиться и получаться сразу, но день станет удачным, если вы приложите немного усилий. Не поддавайтесь на провокации, никому не позволяйте манипулировать вами. Твердость и готовность отстаивать свои интересы будут очень кстати. К концу дня вы сами удивитесь тому, сколь многого сумели достичь. Близкие люди постараются поддержать вас, поднять настроение. Благоприятный день для семейных праздников, приема гостей. Вам удается поддержать тех, кто пал духом, развеселить загрустивших, найти интересные дела для всех. Козерог, чтобы справиться со всеми задачами, которые ставит этот день, потребуется решительность. Готовы ли вы отбросить устаревшие заблуждения и стереотипы, взглянуть на ситуацию по-новому? Положительный ответ на этот вопрос увеличивает шансы на успех. С профессиональной точки зрения день будет благоприятным для тех, чья деятельность требует умения ладить с людьми и производить хорошее впечатление. Ваше предложение у многих вызывает интерес, а интуиция помогает выбрать тех, с кем будет легко и приятно иметь дело. Водолей, день довольно удачный, но скучноватый. Дела, отнимающие значительную его часть, не кажутся интересными, не дают вам возможности проявить себя, поэтому энтузиазм со временем угасает. Хорошо, если рядом будут друзья и единомышленники, которые смогут подбодрить и развеселить вас, поднять настроение, ненадолго отвлечь от хлопот. Размышления о будущем тоже помогают не падать духом. Интуиция подсказывает, пришло время строить планы и продумывать их до мелочей. Часто вам удается с удивительной точностью предсказать последствия своих и чужих поступков. Рыбы, за дела стоит взяться как можно раньше. Именно утро дает шанс отлично справиться с тем, что прежде не получалось, найти ответы на какие-то важные вопросы или завязать знакомства, которые обязательно окажутся полезными. Не все дается легко, но вы проявляете настойчивость и добиваетесь своего. Окружающие удивляются вашим успехам, ситуация кажется им непростой, ваши действия – ошибочными, идеи – далекими от реальности. Но вы не сомневаетесь в себе и действуете. Постепенно находятся единомышленники, а также влиятельные люди, готовые помочь. Вечер порадует хорошими новостями.